Так, и... О, ты два ответа уже дал. Давай третий, нажми. Давай хотя бы тебе приз, у них не получается. Давай. Отцы мысли заставили не думают. Подержи ты так диктант. Когда ты мне не расскажешь, я будешь там думать. Почему не расстроили? Честно? Не, никуда не ответил. Давай, да, давайте поставим вопрос на совершенно идиотские. Возьмем... Где у тебя Константин? У вас? Пазик. Честно. Ну, давайте еще такой же вопрос идет, да, в прошлый раз. Что эти машины объединяют, то не будем скатываться по рамы. А, еще давайте в этот же ряд Волгу 21-го воткнем. Туда же, да? Но все не будем скатываться до того, что у нас там четыре колеса, руль есть. Вот что эти четыре машины действительно объединяют в подсказках в советское время? Нет, не на одном заводе, разных заводах. Молодец. Кстати, вот я бы... Иди сюда. Сидим, ты кто? Ты будешь понял? Кстати, нет, подожди, 21 волк, ты был не так спину? Да, ладно, хорошо, это второй. Почему эти машины объединены? О, давай, да, вы его можете дать приз. Сюда. Сюда. Сюда, иди на следующий. Так, это могу. Ну, давайте. Простой ответ на самом деле. Все этим пользовались. Но, нет, хотя на современных машинах... Да, подсказка такая маленькая. На современных машинах этого нет. Молодец, иди сюда. Вот просто я взял и сдал вам ответ. Понимаете? Какой ответ? Ой, давай. Ой.